Депутат Московской областной думы Дмитрий Голубков встретился с избирателями. Свои вопросы народному избраннику задали члены общественной организации «Дети войны». Из многообразия озвученных тем ключевыми стали проблемы ЖКХ и социальной политики. Горожане акцентировали внимание депутата на ситуации с уборкой снега. Дмитрий Голубков внимательно выслушал каждое замечание. По закону, значит, 5 метров от жилого дома отвечает управляющий компания. За остальную территорию это уже к властям. Вот если управляющая компания, значит, ну тут просто надо понимать, кто за что отвечает. Если управляющая компания не исполняет свои обязательства, то тут тоже давайте мы как-то их там встряхнем, так сказать, по данной теме, если они не исполняют свои обязанности. Но это, скорее всего, вот именно в этом вопрос. То есть, муниципальная техника прошла, почистила, так сказать, основной объем. Но то, что вот в непосредственном доступе последние, так сказать, вот эти метры до жилого дома, это управляющая компания. Все вопросы, поступившие от жителей, зафиксировали помощники народного избранника. Дмитрий Голубков проводит встречи с избирателями регулярно и оперативно реагирует на возникающие проблемы. Одинцовское отделение общественной организации «Дети войны» – одно из крупнейших в районе. Оно объединяет людей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной.